Viktor Moskalyuk 1958'de doğdu. 1982'de Lviv Uygulamalı Sanatlar Enstitüsü'nden mezun oldu. Ukrayna Sanatçılar Birliği üyesidir. Lviv Ulusal Sanat Akademisi İç Mimari Bölüm Başkanı'dır. Ukrayna'nın onurlandırılmış sanatçısıdır. Это я работаю над серией композиций, которые я хочу написать именно здесь, на Кипре, потому что они должны передавать настроение этой местности, этого края, этих людей, моря, тепла, исторических памятников, жизни людей. И поэтому они немножко... Здесь нет написанного моря, но оно должно передавать так как бы настроение моря, тепла, солнца. Вот такая вот тематика. В общем, мое творчество и стиль моего письма имеет базу, если можно так сказать, средневековья. Меня впечатляют картины, многофигурные композиции, батальные сцены. Это не конкретные исторические сцены, но мне нравятся композиции, написанные такими художниками, как Вермеер, Рембрандт, и они есть моими так, любимыми мастерами, и творчество строится именно на традициях этого искусства. Художник – это человек, который открывает людям мир. Красу этого мира. Он дает ответы на многие вопросы, которые для людей играют первостепенную роль. Это вопросы видения мира, философии мира, гармонии мира, цвета, формы, любви. Вот это есть основные вопросы искусства, на которые человек дает ответ. Такой человек может называться художником, мастером.